Женщина, которая привязалась к человеку, который женат, она никогда не имеет этого человека. Мужчина только одним фактом может показать свою преданность женщине. Этот факт называется роспись. Все, больше никакого прибежища мужчина женщине дать не может. Он должен гарантии ей давать. Но этот человек вам не дает никаких гарантий. Он нагло с вами строит близкие отношения, несмотря на то, что у него есть жена. То есть он гарантии дает другой женщине, а вам, он, вами он просто пользуется. И это очень плохо, что женщина вообще в принципе дает возможность пользоваться собой чужому человеку. Это разрушает чувство собственного достоинства женщины, делает ее некрасивой. Потому что красивая женщина – это та, которая достойная. Когда у женщины нет достоинства, она не может быть красивой. Нужно стать достойной, не позволять чужому мужчине пользоваться собой.